В детской школе искусств номер 10 в Новом Городе уже 8 месяцев идет капитальный ремонт. Деньги выделены немалые. По нацпроекту «Культура» на обновление здания выделено более 24 миллионов рублей. Работа началась 1 апреля 2021 года. По контракту подрядчик был обязан сдать проект еще 1 сентября. На сегодняшний день отремонтировали фасад здания, но ни один учебный класс до сих пор не готов. Мы вынуждены были начать учебный год в разных учреждениях, которые нас приютили. Чем мы и до сих пор занимаемся. Вот. Уже, честно говоря, нам все это надоело. В областном министерстве культуры сообщили, подрядчика нужно срочно менять. Работ, конечно, выполнено много, но этого для запуска школы недостаточно. На сегодня отремонтирована полностью капитальная кровля. Часть фасада отремонтирована. Заменены окна, и довольно хорошо заменены окна. Ну и частично выполнен ремонт стен и покраска в отдельных помещениях. Неравнодушные родители, чьи дети занимаются в школе, обратились к губернатору Алексею Русских за помощью. Глава региона пообещал взять вопрос на личный контроль. На место проведения ремонта прибыл заместитель губернатора Игорь Эдель. По его словам, отсутствие даже банального вывоза строительного мусора с территории школы окончательно подрывает доверие к подрядчику. Построил, к вечеру убрал все. Все делается с колес. Нету пока таких средств, чтобы... Ну как же, выставили контейнер. Контейнер в Москве стоит 700 рублей, здесь стоит рублей 200-300. Контейнер собрали, увезли. Он же ничего не стоит. Пытаются, там какие-то есть проблемы. Я не знаю, как вот Виталий у нас какие-то договора заключает. То есть и на малый объем они... Какие договора? Звонишь, приходит контейнер, и все. Нет. На все вопросы о срыве работ подрядчик отвечать отказался, сказав лишь, что люди болеют, и именно поэтому проект до сих пор не сдан в эксплуатацию. По решению суда на подрядную организацию возложен штраф. Контракт на проведение ремонта расторгнут. Теперь, согласно федеральному закону, будет объявлен новый конкурс. Руководство школы надеется, что новый подрядчик отнесется к ремонту более ответственно. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.